losing you. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its route? That way we can make some money too. Nah, I don't wanna get the crew caught up in some street level jack and it can get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters? They use for those heavy loads. Yeah, they call them sky cranes. You can lift the whole truck and take them to someplace safe. We need to steal the sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly, dear. We can respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Prognosis. Is this just going to be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and the places to swipe code. Hey, are you pointing a gun? Oh, my bad. Don't worry. It's good practice when we finally get a crew in. Yeah, I know. Hey, boss, it's a ride. Hey. Damn, man. Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Thank you.
красавчик. Ну не проснулся, лежал, он играл игру. А кто меня бросил? Призрак, по-твоему? Ты что, вообще я с ума сошел? Ты с ума сошел? Я думал, что колу-холодильник поставлю. А сейчас с тобой разберемся. Все же, с ума сошел. Чего не бросаюсь подушками? О, вкусняшка. Только чуть-чуть теплая. Так, ладно. А что это такое вкусное? Что за бред? Портфель упал! Что это вообще происходит? Ты Владос? Да не, это я уже. Странная фигня. И это только начало. Лив, я не понял, это вообще-то мое место. С чего это твое место? Пусто было, когда я пришла. Я тут лежал, вон мой рюкзак лежит, я ее под голову клал. Давай, двигайся. Какой ты вредный клиент. Ты вредная. Удобно? Прекрасно. О, Риви, какое имя интересное. И сама прикольная. Надо подружиться. Риви, ты прикольная. Спасибо. Могу просто извиниться. Чего? Спасибо за записку. Ты что, что я не писал? Да, писал. Нет. Могу просто извиниться. Чего? Ну, спасибо за записку. Ты что, ничего я не писал? Да, не писал, не писал. Спасибо, мне приятно. Блин, вот как бы мне с ней подружиться. Думаю, что вместе мы бы очень круто могли проводить время. Веселиться, попробовать всяких неудачников. Да и вообще, круто было бы, если бы у меня появилась подружка. Да, она еще и красотка. Так, что же делать, что же делать, что же делать? Просто оставляйте сообщение на дворях. Не испугается еще и свалит из дома. Можно, конечно, попробовать объяснить, но она ж меня не услышит. А кто остается только один? Сделать ее призраком. Пацаны! А это не пацаны. Чьи это? А! Ребята, вы что, совсем с ума сошли? Вы опять со своими дурацкими приколами. Где вы? Я сейчас вам устрою. Надоели своими дурацкими пранками. Блин, не сработало. Ну ничего, у меня есть еще пара идей. Скользкий пол и плитка на полу точно сработает. Осталось дождаться Риви. Добро пожаловать. Ай, пацаны! Вы чё, обалдели? Я же умереть так могла! Живучая попалась! Блин, вы где? Опять успели убежать! Больно! Ладно, будем дожимать. Так, это ерунда. Этого вообще никакого смысла. А вот это подойдет. Пацаны, вы куда подевались? Ну, блин, почему я должна постоянно их искать где-то? Что это? Очередной пранк какой-то? Колесики заменили, да? Или что-то подлили сюда? А, подпилили, может, да? Знаю я вас, но дурочку меня держит. Да нет, нормально все вроде. Ладно, сейчас покатаюсь немножко и найду вас. Он мне поможет вас найти, между прочим. Буду ехать! Шмякнулась сильно. Надеюсь, сработало. Вот я... Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе. Красиво, но такую красоту одну оставлять тоже нельзя. Как же она вкуса. Так, где ты, моя пицца? Блин, ты что съел мою пиццу? Да, что? Давай тебе на пиццу, что она твоя. Ты что, не знаешь, что без спроса нельзя трогать чужую еду? Обалденно. Это очень вкусно. Глент, ты что, ешь мои чипсы? В смысле твои? Они вообще-то общие. И это была последняя пачка с кетчупом. В смысле общие? Ты сначала ешь мою пиццу, теперь мои чипсы. Достал уже! Ладно, что ты раскричалась, как бабка? Ну, возьми там еще... Держи. Спасибо большое. Глент, ты что, обалдел? Это же ни в какие рамки не входит. Ты реально, ты вор. Да блин, надоел уже. Что тебе бежал?
сестры, а? А у нее буквально пачка вор. Будьте осторожны. Какой я вор? Вы что гоните? Сейчас. Что она себе возомнила? Телефон на месте. Случай. Чё я не вор? Вот так ничего не бывает. Я у нее буквально пачку чипсов взял. И что? А это что? Ну отвали! Это не смешно! Пускай висит! Это фейк! Она распространяет фейки, реально! Я ничего не воровал! Буквально! Я даже вот чипнул одну взял. Ну все, я их хана. Я объявляю войну. Я их такое устрою. А я пойду в стендапчик поиграю. У тебя уже гол? Да. Шкурки от бананов. Кто такой свинья? Нормальный! Глент, у меня что-то сердечный приступ не случился. А не надо было меня позорить на весь офис. Не надо, не надо. Да, Глент, ты меня уже реально бесишь. Достаточно. Уходи. Глент, сам опасно смыла отмышку. Видишь, ты по жизни ничему не учишь. Как говорится, не рой, я на другому. Что происходит у вас? Да Глент тут распитал какие-то бананы. Пытался меня проколоть и сам. Он странно выглядит. Все нормально? Ударился, может, немного, но я уверена, что он специально прикалывается. Он... Thank you.
Hey, who is this? Cheryl.
homie, it's Kendo Biafando, cabrón, ¿qué onda? You saying Kendo? Yeah, she's a rapper, mira, I was just hitting you up to say that you drive good, and you like cars, eh, so, Yeah, I guess. We'll be going with this. Wait, you wanna make something, a little money? Did you poke shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! Don't move these homes, just low riders. Nice ones. They gotta be nice. You don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Damn. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fuck you... It seems impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. Who's look after these fools for me? Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Чуть-чуть, бежал. Так, Коля, одиноточек, реально.
Блин, ты чё, обалдел? Это же ни в какие рамки не входит. Ты реально, ты вор. Да блин, надоел уже. В смысле? Лежать уже, закрыть? Да. Ты чё, там вообще не написано, что она твоя. Лежит кусок микроволновки, я съел. Ты что, не знаешь, что без спроса нельзя трогать чужую еду? Ну что, бля, лежать уже, закажи еще. Так, и... Блин, это что такое? Чипсы? В смысле твои? Они вообще... Обалденно. Да очень вкусно. Глен, ты что, ешь мои чипсы? В смысле твои? Они вообще-то общие. И это была последняя пачка с кетчупом. В смысле общие? Ты сначала ешь мою пиццу, теперь мои чипсы. Достал уже! Ладно, что ты раскричалась, как бабка? Ну, возьми там еще... Держи. Спасибо большое. Глен, ты что, обалдел? Это же ни в какие рамки не входит. Ты реально, ты вор. Да блин, надоел уже. Ты что, тебе бежал? Реально? И тут. Okay, we got the bites, and who's... Okay, we got the bites, and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money, too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street-level jack, and it could get ugly. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly, then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that.
Ой, Валджи, новый шоу на Калджио. Hello. Sam. Hey, you some top fanny down at that pool pub, Sam. Leave it out, Bimbo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or should I? Shit, let me think about this. You're going to have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sendakos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean,